Захуярил бандероль, бля! Захуярил бандероль, бля!
Вали! Ой, блядь, мамин, блядь!
День добрый. Внимание, анекдот. Пробирается, значит, по улицам Припяти двое сталкеров. Один опытный, другой новичок. Ну, новичок постоянно сверяется с картой. Бывалый только ухмыляется. Тут на одном из перекрестков бывалый как хлопнет себя по лбу. Вырвал у новичка карту, глянул. Точно. А ну, салага, давай вот к тому дому приберемся. Пробрались. Бывалый. Теперь давай в этот породняк. Зашли, поднимись по лестнице. Бывалый говорит, стоп, ломай эту дверь. Новичок с разбегу выносит дверь. Бывалый, давай в кухню, ломай вытяжку. Новичок, значит, пытается отодрать решетку от стены. Пыхтит и спрашивает так с уважением. Слышь, а че хоть за артефакт такой, что сам не смог унести? А бывалый ему, какой нахрен артефакт? Я до аварии в этой квартире жил, а вентиляцию водку от жены прятал. Давай, ломай быстрее. Если что, вы знаете, где меня искать. А я так считаю. Жаловаться на судьбу – это никуда не годится. Здорово! Дело свое делать надо. И стараться, чтобы лучше всех остальных. Вот и все. Это, что ни говори, не за хабаром по лесу шарахаться. Тут и конкуренции меньше, и цель есть. Вот только, может, не самое правильное. Я так понимаю, раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате, вооружены и очень, как говорится, очень опасны. Да. Тут крути, не крути, маракуй, не маракуй, а все равно выйдет так, как командир искал. С возвращением, друг!